Корпоративный дух – важная составляющая в компании «Стройгарант Анапа». Каждый праздник специалисты организации встречают обязательно вместе. Такая хорошая традиция дает заряд бодрости, настраивает коллектив на позитивный рабочий лад и, конечно же, очень сближает. День защитника Отечества не остался в стороне. Прекрасная половина коллектива постаралась на славу. И все для того, чтобы поздравить мужчин компании. Наш женский коллектив от всей души хочет видеть вас красивыми всегда такими, смелыми, умелыми, задорными, правыми и всегда сильными, чтобы вы защищали нас, чтобы вы защищали своих близких, родных. Я уверена, что у каждого из вас есть кого защищать. И родители, и дети, и жены. Пусть над нашим небом всегда наше небо будет синее, и мир всегда будет над нами. Мужчины компании «Стройгарант Анапа» посоревновались в скорости, ловкости, внимательности. Кто одержал победу, неважно. Главное, что всем участникам было весело и интересно. Вообще хорошего работника, ну и в армии солдата. Если он хорошо кушает, значит он хорошо кушает. Но у нас для вас не всегда. Нужно пройти тоже небольшое испытание. Кто быстрее перебирает? Каждый забирает только свое. Дмитрий Анатольевич, ну вы прямо шедевр сделали. В завершении празднования всем мужчинам компании были вручены грамоты и памятные подарки. Награждается Туликов Павел Анатольевич. Павел Анатольевич, от души. Поздравляю. Что вы справились со всеми заданиями. Очень весело, очень креативно. И мы вас приглашаем за вкусный праздничный стол. Приятного вам аппетита! С праздником! Праздник состоялся в дружественной веселой обстановке. Задорные конкурсы, вкусные угощения и только самые искренние теплые пожелания. Сразу видно, специалисты компании умеют не только отлично работать, но и отдыхать.